Общее сведение. Дисбактериоз, дисбиоз у детей характеризуется стойким нарушением микробиоциноза кишечника, изменением соотношения облигатной и факультативной микрофлоры кишечника в пользу последней. Проблема дисбактериоза у детей наиболее актуальна в педиатрии, поскольку по данным современных исследований, нарушение биоциноза кишечника выявляется у 25-50% здоровых детей грудного возраста. Среди детей, больных соматическими и инфекционными заболеваниями, кишечными инфекциями, энтеритами, колитами, аллергическим дерматитом и ДРЭ, дисбактериоз кишечника различной степени тяжести обнаруживается практически в 100% случаев. Рождение ребенка сопряжено с его переходом из стерильной внутриутробной среды в окружающий мир, заселенный многообразием различных микроорганизмов. Практически сразу организм новорожденного подвергается микробной колонизации. Основную часть облигатной микрофлоры ребенок получает от матери во время продвижения по родовым путям при грудном вскармливании, что является определяющим для его последующего здоровья. Иммунные факторы, присутствующие в молозе и грудном молоке, секреторные ИГА, лизоцим, лактоферрин, макрофаги, бифидус, фактор ДРЭ, блокируют колонизацию кишечника условно-патогенной флорой. Поэтому для профилактики дисбактериоза у ребенка чрезвычайно важно его раннее прикладывание к груди матери в первые 30 минут, но не позднее вторых часов после рождения. В течение первых 3-5 дней жизни микробный пейзаж кишечника становится более разнообразным, и в нем, наряду с полезными бактериями, в большом количестве поселяются условно-патогенные микроорганизмы. В результате этого на первой неделе у новорожденных детей развивается транзиторный дисбактериоз кишечника, проявляющийся срыгиваниями, неустойчивым водянистым стулом с примесью слизи, спастическими болями. Транзиторный дисбактериоз у детей обычно завершается на второй неделе жизни по мере того, как бифиды и лактобактерии вытесняют других представителей микробиоциноза кишечника. Однако при наличии отягощающих факторов нормальная микрофлора не формируется, и транзиторный дисбактериоз у детей переходит в истинный дисбактериоз кишечника у детей. Причины у детей. Всех представителей кишечной микрофлоры в гастроэнтерологии принято разделять на 4 группы: облигатную, факультативную, условно-патогенную, транзиторную и патогенную флору. Транзиторная флора не является типичной для организма человека и носит временный, случайный характер. Представителями патогенной кишечной флоры являются возбудители инфекционных заболеваний, дизентерии, сальмонеллеза и ДРЭ, в норме не присутствующие в кишечнике. Облигатная флора, бифидобактерии, лактобактерии, кишечная палочка, регулирует иммунитет, участвует в процессе пищеварения, обмене веществ, синтезе витаминов и ферментов, стимулирует моторику ЖКТ. Факультативная флора, золотистый эпидермальный стафилококк, энтеробактер протеи, клебсиелла, кластридии, дрожжевых грибы рода кандида, в норме составляет не более 0,6% от общего количества микроорганизмов и при нормальном состоянии иммунной системы не вызывает заболеваний. Однако при снижении резистентности организма, изменении видового и количественного соотношения облигатной и факультативной микрофлоры, у детей развивается дисбактериоз. Причины, приводящие к дисбактериозу у детей, многообразны и начинают действовать уже во внутриутробном периоде или вскоре после рождения ребенка. Нарушение бактериального гомеостаза кишечника может быть связано с осложненным течением беременности и родов поздним прикладыванием к груди, недоношенности ребенка, наличием бактериального вагиноза у матери. Развитие дисбактериоза у детей грудного возраста может быть обусловлено плохим питанием кормящей матери, возникновением у нее мастита, ранним переводом ребенка на искусственное вскармливание, частыми ОРВИ, диатезом. У детей раннего, дошкольного и школьного возраста факторами развития дисбактериоза выступают нерациональное питание с преобладанием в рационе ребенка избытка углеводов и животного белка, загрязнение окружающей среды, длительное лечение антибактериальными и гормональными препаратами, стрессы. Изменению микробного равновесия ЖКТ способствуют кишечной инфекции, заболевания органов пищеварения, лактазная недостаточность, гастрит, панкреатит, энтероколит, запор паразитарной инвазии, аскаридоз, люмблиоз, наличие несанированных очагов хронической инфекции, кариеса, тонзиллита, заболевания, протекающие со снижением иммунитета, сахарный диабет, онкопатология, цирроз печени, ВИЧ и ДРЭ,
закрывающая круглая скобка точка. Классификация. В зависимости от преобладающей условно-патогенной флоры различают протейную, стафилококковую, кандидозную ассоциированную формы дисбактериоза кишечника у детей по клиническому течению, латентные, локальные, генерализованные варианты. Степень тяжести дисбактериоза у детей определяется видовым и количественным составом микрофлоры, а степень преобладает анаэробная. Микрофлора, количество бифидобактерий не менее 107-108, условно-патогенные микроорганизмы не более двух видов, 102-104 коэн на 1 грамм фекалий. 2 степень, равное количество анаэробной и аэробной флоры, условно-патогенные микроорганизмы 106-107 коэн на 1 грамм фекалий, обычная. Кишечная палочка вытеснена гомолизирующей лактозонегативной. 3 степень преобладает аэробная флора, вплоть до полного подавления бифида и лактобактерий, количество условно-патогенных микроорганизмов значительно увеличено. IV степень ассоциированной дисбактериоз у детей, абсолютное преобладание условно-патогенной микрофлоры, резистентной к антибиотикам. Согласно клинико-бактериологическим критериям выделяют компенсированный, субкомпенсированный и декомпенсированный дисбактериоз у детей. Компенсированный дисбактериоз у детей протекает в латентном варианте и соответствует 1-2 степени тяжести. Клинический ребенок остается здоровым, нормально развивается и прибавляет в массе, аппетит и стул в норме. Субкомпенсированный дисбактериоз у детей соответствует локальному варианту 2-3 степени тяжести. Отмечаются умеренно выраженные клинические симптомы, вялость, плохой аппетит, плохая прибавка в массе, диспепсические расстройства. Декомпенсированный дисбактериоз у детей может иметь локальное или генерализованное течение, 3-4 степени тяжести. Значительно ухудшается общее состояние ребенка за счет рвоты, частого жидкого стула, интоксикации. На этом фоне легко возникают острые кишечные инфекции, энтероколиты, бактериемия и сепсис. В клинической картине дисбактериоза у детей могут доминировать один или несколько характерных синдромов, диарейный, дискинетический. Нарушение пищеварения и всасывания, мальдигистия и мальабсорбции, интоксикации, остеноневротический, дермоинтестинальный. Симптомы дисбактериоза у детей. У новорожденных и грудных детей дисбактериоз сопровождается срыгиваниями, рвотой, метеоризмом, урчанием и спазмами по ходу кишечника. Ребенок недостаточно набирает массу тела, беспокойно ведет себя, плохо спит. Стул у ребенка с дисбактериозом обычно жидкий или кашицеобразный, обильно пенистый с примесью комочков или слизи, необычного цвета. Белого, зеленоватого, с гнилостным или кислым запахом. При синдроме мальабсорбции развивается диарея, стеатория, гипотрофия, полигиповитаминоз. Эндогенная интоксикация при дисбактериозе у детей сопровождается полидефицитной анемией, задержкой физического развития, снижением аппетита. Процессы брожения и гниения в кишечнике вызывают аутоаллергизацию и развитие дермоинтестинального синдрома крапивницы, атопического дерматита. Проявлениями остеноневротического синдрома служит раздражительность, слабость, нарушение сна. В более старшем возрасте дисбактериоз у детей может протекать запорами, поносами или их чередованием, кишечными коликами, отрыжкой. Неприятным запахом изо рта, чувством распирания желудка после еды. Вторичными внекишечными проявлениями дисбактериоза у детей, связанными с гиповитаминозом, нарушением обмена веществ, снижением иммунитета. Могут стать заеды в уголках рта, стоматит, фурункулез, угревая сыпь, ломкость волос и ногтейдеры. Генерализованный дисбактериоз обычно развивается у детей с иммунодефицитным состоянием и протекает по типу кандидомикоза с явлениями молочницы, гласита, хиэлита, поражением гладкой кожи, вульвита или баланопостита, висцерального кандидоза. Диагностика и установлению диагноза дисбактериоза предшествует обследование ребенка педиатром и детским гастроэнтерологом, проведение лабораторных анализов и дополнительных инструментальных исследований. С помощью физикального обследования детей оценивается состояние кожи и слизистых, пальпация живота выявляет болезненность по ходу кишечника. Лабораторная диагностика обычно включает бактериологическое или биохимическое исследование кала на дисбактериоз. Микробиологическими критериями дисбактериоза у детей служит уменьшение количества бифида и лактобактерий, снижение или увеличение числа нормальных кишечных палочек, а также появление их измененных штаммов, обнаружение грамотрицательных палочек, увеличение количества
стафилококков, грибов, кластридий. Биохимический анализ основан на определении уровня метаболитов летучих жирных кислот пропионовой, уксусной, масляной продуцируемых микроорганизмами, живущими в ЖКТ. Для выяснения причины дисбактериоза у детей могут назначаться УЗИ органов брюшной полости, гастроскопия, биохимические пробы печени. Анализ кала на лямбле и яйца гельминтов. Исследование ЭКО-программы позволяет выявить степень нарушения расщепления и всасывания пищи. При подозрении на дисбактериоз у детей важно исключить неспецифический язвенный колит АКИ, синдром малиабсорбции. Лечение дисбактериоза у детей. Терапия дисбактериоза у детей начинается с подбора индивидуальной диетотерапии. В рацион детей, находящихся на смешанном вскармливании, вводятся кисломолочные продукты. В питании детей старшего возраста ограничиваются сахара, углеводы, животные белки для восстановления нормальной кишечной микрофлоры. Рекомендуются молочно-кислые продукты, обогащенные биокультурами, пищевые волокна. При дисбактериозе кишечника у детей назначаются пробиотики, препараты, содержащие монокультуры или комбинации полезных бактерий. Пребиотики, способствующие росту и размножению микробов нормальной флоры кишечника, симбиотики, комбинированные препараты. С целью селективной деконтаминации кишечника при дисбактериозе у детей применяются бактериофаги, лизирующие патогенные бактерии А. При неэффективности антибиотики, макролиды, цефалоспорины. Лечение кандидозного дисбактериоза у детей проводится противогрибковыми препаратами нистатин, флуконазол. В случае выраженных нарушений пищеварения назначаются ферменты, при интоксикации показан прием сорбентов. Часто болеющим детям рекомендуется иммуномодулирующая терапия адаптогенами, витаминотерапия.